Сьогодні в програмі. Які існують типи аномалій тіл маток? Чому дітей бажано залучати до денного сну? Що таке дитяча маніпуляція? Поради спеціалістів. Матка жінки – порожнистий м'язовий орган грушоподібної форми. Бывают малые аномалии развития или пороки развития половой системы. Бывает седловидная матка, то есть неполное удвоение. Маточка полностью выглядит как седло. Бывают перегородки в полости матки. Это гораздо, конечно, хуже и для беременности, в общем-то, и для родов, если роды предстоят, предположим, и беременность таки возникла. Бывает матка вообще двойная, то есть две шейки, две полости матки. Вот. И такие женщины у нас были, представьте, беременели и доносила женщина с двойной такой маткой. А вторая матка увеличивалась под воздействием гормонов и сбоку вот так и была. Якщо жінка, маючи таку патологію, не скаржиться на дискомфорт, то лікування не потрібне. Оперативне втручання шляхом сумісності двох труб в одній проводять зрідка, в поодиноких випадках. В літературі описані даже різні сроки беременності в двох різних матках у одної той же жінки. От, в житті случається, видимо, все. Зазвичай аномалії матки утворюються при формуванні, а отже у лоні матері. Чималу роль відіграють під час вагітності інфекційні та ендокринні захворювання, недостатнє надходження корисних речовин через їжу матері, вживання алкоголю, нікотину, наркотиків та прийом лікарських засобів з тератогенними властивостями. Такі матки, як правило, не бывают случайные находки. Такие женщины сами приходят к гинекологу не потому, что они знают, что такая матка вот у нее, а потому что есть сочетанные такие моменты, то есть нарушение менструального цикла, сочетанные моменты с яичниками, с вот другими половыми, скажем так, органами. Вот, как правило, это все страдает в комплексе. Вот, сочетается, как правило, с поликистозными яичниками, с, там, с нарушениями разными менструального цикла. Как правило, она сигналит к своими симптомами, что что-то тут не так. Болезненными, месячными, то есть женщины такие сами приходят, их искать не надо. Дворога матка – це найбільш поширена патологія. Двурогая матка – это та же седловидная матка, только два рога. Это двойная, но она не до конца, скажем так, сформировалась. Вот, два в одном, полутора. Вот. То есть седло вместо полости такой, вместо дна, как мы говорим, матки, получается седло. Или перегородка формируется, мышечная такая, которая идет. И получается два вот таких рога. Рог – это условное название, это не рог, как вот у животных бывает. Не варто впадати у відчай, якщо у вас виявлені аномалії тіл матки. У більшості випадків вагітність протікає без особливих проблем. Тисячі жінок виношують і народжують здорових дітей, навіть не підозрюючи про наявність подібних проблем. Сон – це фізіологічна потреба організму. І для того, щоб стан здоров'я не погіршувався, цю потребу необхідно задовольняти. Важливо створити сприятливі умови для поновлення життєвої енергії. Если вы успокоите его, почитаете какую-то ему там на полчаса книгу или расскажете какую-то историю без просмотра мультфильмов, без активной игры уже в период укладывания, то около час-полтора обычно ребенок спит. По нашему опыту, дети в саду до старшей группы спят практически 99%, потому что соблюдаются все эти условия. Ранний приход в сад требует от них раннего подъема, занятия и выгул, который у них происходит, утомляет их. И после обеда все вместе они обычно укладываются. Возникает проблема у детей ясельного возраста, которые переживают адаптационные сложности, им трудно уснуть, потому что для них сон – это еще
сигнал ночного сна. Им кажется, что ребенок остается здесь жить. Для них кроватка – это символ семейный, каких-то рамок и семейного местонахождения. Поэтому иногда у детей в этом возрасте возникают страхи дневного сна. Но с этими вещами нужно работать индивидуально. Либо с родителями, либо с психологами, либо с воспитателями. Не забувайте, якщо ваша дитина не буде дотримуватися режиму дня, це може призвести до певних труднощів вже під час відвідування дитячого садочку. Его будут укладывать, его будут уговаривать, в зависимости от того, какие воспитатели вам, как вам повезет с воспитателями. Но для того, чтобы создавать, облегчить ему эту тяжелую иногда повинность для него, наличие дома обязательного дневного сна и наличие дома режима будет позволять ему к этому привыкать спокойнее, либо не сопротивляться с душевными какими-то переживаниями. А кроме того, мы ведь тоже существа ритуальные. Если мы привыкли днем спать, то организм уже будет потихонечку нас и подталкивать. Пора уже, я уже спать вроде хочу. Спати всю ніч не прокидаючись, більшість дітей навчається до року. У 2 роки в дітей нарешті формується добовий режим, але стає важче вкласти дитину спати. Є вікові добові норми для сну дитини. Так, наприклад, в середньому на добу дитина з 2 до 4 років має спати 13 годин, з 4 до 6 – 11, а після 6 – 9,5. Вот если все это время не уходит на ночной сон, а вряд ли дети у нас спят 13 часов ночью, то какая-то часть этого сна остается на дневной сон. Если у ребенка родители в состоянии создать постоянные режимные условия с ранним подъемом, с очень активным выгулом до обеда, с вечерним вовремя укладыванием спать, то тогда днем ребенок 1,5-2 часа замечательно спит и чувствует в этом потребность. Деякі батьки вважають, що якщо дитина не спить в день, то вона більше втомиться і швидше засне ввечері, а нічний сон буде міцним і спокійним. Досвід і практика свідчать, що все відбувається навпаки. Многие мамы замечали, что ребенок к обеду становится более капризный, более требовательный. И после сна, до вечернего уже потом сна, дожить с ним легче, потому что ребенок спокойнее, немножко он отдохнул. И, естественно, нервная система наша перенапрягается в течение дня, ей отдых необходим обязательно. И в этом смысл дневного сна, его физиологическая потребность в том числе. Дитяча маніпуляція – це спосіб впливати на поведінку та вчинки батьків. Знаєте, обычно ребенок манипулирует, если уже манипулирует детьми, ну, родителями, да, то это он делает неосознанно. Мы, взрослые, должны четко понимать, что такому поведению он научился у нас, у взрослых. То ли у родителей, то ли у старших братьев или сестер. То есть детки не рождаются, скажем так, с таким поведением, да? Детки это приобретают, поэтому в первую очередь, когда вам захочется критиковать своего ребенка, да, посмотрите, пожалуйста, на себя, да, и проанализируйте, как вы себя ведете, да, для достижения своих целей. Яскравий приклад – побутова ситуація, коли дитина не хоче щось робити. Спросите себя, как вы заставляете ребенка, да, чтобы он вам подчинился. Вы его либо подкупляете, да, какими-то, скажем, там, конфетами, сладостями или походом в кино, ну, я не знаю, да, вот, тем самым манипулируя ребенком. Либо вы с ним говорите о том, что это нужно сделать, делаете это с ним вместе и объясняете, что если мы сейчас все с тобой дела сделаем, мы с тобой пойдем в кино вместе. То есть здесь очень важен момент поведения взрослого. Щоб дитина не зловживала вмінням маніпулювати, перш за все навчіться цьому самі. Хотя я хочу сказать, нам, взрослым, это тяжело. Почему? Потому что каждый родитель,
он ведет себя так со своим ребенком и воспитывает так своего ребенка, как воспитывали его. Така відзеркалююча поведінка відбувається на підсвідомому рівні. Щоб цього не відбувалося, моя вам рекомендація – просто, опять же, займайтеся самоаналізом, акцентуйте внимание на том, как ви себе ведете і що ви робите по відношенню к своєму ребенку. Якщо часто дозволяти собою маніпулювати, то в майбутньому з'являться негативні наслідки. Этот негативный момент у ребенка перерастает и восстанавливается в акцентуацию характера, да? Перерастает, скажем так, в осознанный момент, да, поведенческий момент. Таким образом, ребенок, взрослый ребенок или взрослый человек уже научился так себя вести. По суті, маніпуляція – це хитрість. Вміння правильно хитрувати може неабияк допомогти, але головне – не перегинати палку та не зловживати. Якщо ви хочете поміняти ребенок или какую-то черту характера у ребенка, нужно поміняти своє отношение к ребенку прежде всего и меняться самим.